нас, допустим, было там вот здесь, ну, я не знаю, 200 примерно нулей единиц. Вот как вы думаете, где нужно провести границу между малыми и большими отклонениями? Ну, значит, у нас есть, допустим, 200, ну, может быть, там не точно 200. Где должна быть граница между малым и большим отклонением, чтобы примерно поровну было случаев с малым отклонением и случаев с большим? Вот у нас имеется от 0 до 200, ну, допустим, здесь 100 – это среднее. Ясно, что 100 будет более вероятнее всего. Ну, а дальше будет какая-то вот такая, значит, ну, условно говоря, будет кривая. В конце будет очень мало вероятность, потому что это будет, да, там, 1 на 200. Ну, а 100 будет... Вот спрашивается, где нужно провести вот граница малого и большого отклонения. Вот вы решили, что вот это от 100 до чего-то там, я не знаю, от 90 до 110, например, это малое отклонение. А больше, а все, что больше, это большое. И как иначе. Вот как вы думаете, что будет более вероятно, малое отклонение или большое? И как вообще это можно... Да. То есть надо посчитать, ну вот у нас там 200 чисел, значит 1, потом там будет уже 200, потом будет 200 на 199 делить на 1, на 2, там и так далее. Ну, любите, и товарищи, которые умеют программировать на питоне, уже, наверное, немедленно вычислили это на своем телефоне или как-то, и сказали, значит, что нужно сложить? Нужно сложить все числа, которые попадают в эту область, и все числа, которые попадают в эту область. Ну и посмотреть, где больше. И это будет, так сказать, честный ответ. Вот. Но я все-таки хотел бы вас спросить, так, ну вот как вы чувствуете? Но все-таки вы бросали монеты? Что нормально? Вы 200 раз бросили монету. Допустим, получилось там 130 раз. Это уже большое, редкое событие, которое, так сказать, можно праздновать. Или это, ну, когда 130, когда там 75, когда там... Или это такой тип, нормальный, ничего удивительного, и волноваться не надо. Как вы думаете? Где проходит... Ну или, допустим, вы бросали не 100 раз, а 1000 раз. Вот там 500. Вот 600 это как? Это уже много или еще ничего? Коля считает единицы. Договорились? Хорошо. Давайте я буду считать нули. Получилось 71.0. Значит. Но, правда, мы не знаем, сколько всего, поэтому надо даже. 85. Единиц. Да. Сумма должна была делиться на 10. Да, но кто-то. А нет. Действительно. Вот так вот всегда. Начнешь что-нибудь считать, никогда не сходится. Например, давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 158. Нет, ну еще потому же это... В теории должно быть 156, а почему-то получилось 158. Ну, видно, что мы с вами не очень хорошо все сделали. Но, значит, вот отклонение все-таки имеется, значит, половина была бы 75, ну или там 70, нет, 79, а нулей чуть-чуть меньше, чуть больше. Хорошо, ну, допустим, мы теперь, все-таки, если у нас имеется там...
какое-то большое число n, я не знаю, там миллион. Миллион нулей единиц. Тогда естественно, что самое ожидаемое, ну, больше всего будет случаев, когда это 500 тысяч. То есть вот этот самый центр этой картиночки будет 500 тысяч. Вот такая-то вот такая штука. И как вы думаете, где примерно будет отклонение? Вот где эта граница между большими и малыми отклонениями, когда еще вероятность попасть внутрь и снаружи примерно одинаковая? Идея. Ну хотя бы примерно, там 100, 10, 1000, 10 тысяч. 10 тысяч 1%. То есть 10 тысяч это от 49 до 51%. 450. 450 вот эта граница. То есть должно быть от примерно... От примерно до 500450 до 499, там 550, да? Что это примерно было бы нормально. 450 тысяч. То есть отклонение должно быть от 45% до 55%. Значит, вот считается гипотеза, что надо отметить 45%. 55%, и вот это будет малое отклонение, а это большое, ну и они, так сказать, сравнимо будут встречаться, не то, что одно будет уж гораздо чаще другое. Так вы говорите. Такая у вас. А какие еще есть ощущения? Ну, я понимаю, что никакого доказательства пока нет, но какие у вас еще ощущения на эту тему? Я думаю, что граница будет где-то 330 тысяч и 660. Да, ясно? Вот такая любовь к круглым цифрам. 33% и 66%. То есть, ну а вообще просто, как вы думаете, если мы будем увеличивать число бросаний, то вот эти проценты, они будут как, приближаться к 50% или отдаляться, или оставаться такими же? То есть какой-то такой нормальный процент, что, так сказать, вот как там был в свое время, в советское время, был норматив на бой тары при перевозке коньяка, что, значит, вот было считалось, что он сколько там побьется, ну, максимум, что если это побилось там больше, там, ну, я не знаю, сколько-то, какой-то числа и какой-то доли, то это вычиталось с тех, кто перевозил, ну, сопровождавших вагон. Вот. Но потом интересное наблюдение, которое не объяснено теорией вероятности, стояло в том, что почему-то всегда эта цифра достигалась практически. Хотя, казалось бы, теория вероятности говорит, что, ну, если сколько там бьется, но, ну, не всегда же будет биться максимальное количество. Иногда должно быть меньше. Но вот на практике почему-то оказалось не так. Но это, про эту загадку ученые ничего не сказали. А мне кажется, что дело в том, что этот норматив максимально привезли к минимальному количеству, которое чаще всего разбивалось. И что? А поскольку когда разбивается, то надо платить из собственного кармана, да. То когда не разбивается, то надо пытаться компенсировать предыдущие поездки. В общем, ладно. Хорошо, да. Вот у меня есть предложение упростить задачи, брать одну правую половину. Да, ну конечно. Можно, ну, как бы в случае, когда ясно, что картинка симметрична. То есть вот можно сюда не смотреть, а можно вот пытаться вот эту фигуру разделить по площади. Примерно форму. Что? Ну, визуально. Понимаете, я вам нарисовал что-то, а я мог совершенно другое. Я с тем же успехом могу нарисовать такую остренькую. И вы скажете, что визуально оно там здесь нет. Это так. Ну что, есть ли у кого-нибудь какая-нибудь такая, в принципе, идея, если у нас это n увеличивается, как примерно будет проходить эта граница? Да. Я думаю, что он будет оставаться на месте. Что граница, в принципе, будет оставаться на месте. Потому что есть какой-то, так сказать, нормативный процент, что больше этого процента, скорее, 1/2, либо будет больше, либо меньше, но этот процент не зависит от того. Мало диапазон. Да, что в таких относительных цифрах диапазон будет какой-то фиксированный. Ну, не надо вычислить какой, но, значит, ну как, правдоподобно это? Или, можно показать, что с ростом n этот диапазон растет, либо этот диапазон сжимается, либо он остается примерно постоянным. Но вряд ли он уж точно будет постоянным.
Но... Что? Мне кажется, наоборот, будет чем больше вариаций, тем ближе это значение приближается к отклонению. То есть с ростом n этот диапазон, вот, типичных отклонений, будет уменьшаться в процентном отношении, но там, возможно, увеличиваться в количественном. То есть там от миллиона до 500 тысяч будет больше, чем от 50 тысяч, но не в 10 раз больше, потому что это в процентном отношении он должен уменьшаться. Вот высказаны две гипотезы. Такие, ну, они не очень точные, но более или менее понятные. Что одна гипотеза, что это в процентном отношении будет примерно оставаться стабильным, а вторая гипотеза, что с ростом n этот диапазон, где, ну, малое отклонение составляет половину случаев, будет уменьшаться. Но аргументы какие? Ну, как я понял, что ну процент почему стабильный? Ну потому что какая разница? У нас проценты, в процентах, когда мы начинаем учитывать, уже не важно, много у нас или мало. Поэтому это будет стабильно. Допустим, аргумент, что чем больше разница. В пользу чего? В пользу того, что будет одинаковый диапазон. Что диапазон будет одинаковый. То есть чем больше мы кидаем, соответственно, одновременно как бы и больше становится тех случаев, когда, допустим, единицы одни или то, что и тем меньше. Ну, когда единицы одни, это один случай, кстати, то есть, не надо. Что там за диапазон цель. Да. Я хочу привести обмен пользу вот этого. Что процент будет одинаковый. Да. Потому что мы можем вот эти вот 500 тысяч разделить на куски по 100, и в каждом из них будет процент одинаковый, потом это все сложится, и весь процент станет таким. Ну, сложится-то это сложится, но ведь иногда будет превышение в одну сторону, а иногда в другую. Возьмите там примерно, там, я не знаю, там 10 чисел, и каждый из них примерно там плюс-минус 5. Но если вы сложите, то вряд ли вы получите плюс-минус 50. Потому что ведь кое-какие будут плюс 5, кое-какие минус. Я говорю, что надо брать процентное соотношение в 10 числах. Да. И оно будет таким же, как и процентное соотношение в 500. Потому что во всех этих отрезках по 10 числам везде одинаковое процентное соотношение. Да, но в некоторых оно в пользу нулей, в некоторых в пользу единиц. Почему не важно? Ведь они же потом сократятся, когда мы будем переходить к большому отрезку. То есть такой эффект тоже есть, да. Скорее всего, при увеличении числа n будет значение приближаться к определенному, ну, к половине площади ZG. Потому что. Сейчас, то есть вы стоите за какую точку зрения? За первую или вторую? Что эти границы будут. Границы честного деления будут сужаться в процентах или будут оставаться такими же? Они скорее будут сужаться в процентах, потому что... Сужаться в процентах, да. Почему? Чем больше... потому что количество чисел – это величина дискретная. Количество чисел – это величина дискретная. Целая, да, и что же? В итоге график для 10 чисел выглядит состоящим из просто 10 точек. Ну конечно, нет, вообще на самом-то деле это я так рисую кривую, а я тут просто такие точки, 1, 2, там, ну вот миллион точек, и в каждое некоторое число целое, сколько вариантов приходится. И это целое число нужно поделить на 2 в степени минус миллионное каждого варианта. Сколько всего вариантов. Все аргументы высказаны. И давайте мы сейчас произведем голосование, что вам кажется более правдоподобным. Вот. Первый вариант, что с ростом n этот диапазон малых отклонений, при котором равновероятно попасть или не попасть, он будет уменьшаться. Это было вторым сказано. А первым было сказано, что он будет в абсолютных величинах будет расти, но в процентном будет оставаться тем же самым. Что вот туда, может быть, там, я не знаю, не 45-55, там, а 47-53, но есть какие-то, так сказать, нормативные проценты отклонения от числа бросания, и они с ростом n примерно остаются прежними. Значит, вот кто считает, что они остаются, что этот диапазон остается примерно прежним? Первый вариант. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать.
значит, надо 17, 18. А сейчас я вас, кажется, да нет, не посчитал, 20 интересно. Но у нас, вы знаете, как с подсчетами. А кто за второй вариант? Так, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Значит, ну, а, может быть, я, конечно, неправильно посчитал. Тогда я могу сказать некоторую, значит, математическую правду. Большинство неправо, и диапазон этот будет не оставаться неизменным, а уменьшаться с ростом n. Есть некоторые математические доказательства этого, ну, не очень сложное, но все-таки там надо там, считать среднее значение, там того и сего, в общем, требует некоторого напряжения.